Фокус такой, я кто? Я где? Кстати говоря, у меня даже коленка, вон, посмотри. Это Светлана меня напала. Напала. Варим борщ в новой кастрюле. Это еще маленькая кастрюля. А что вы руку убрали? Представляете, девочки, вот это свекла. После заморозков она такая. Если вы хотите яркий фиолетовый цвет, то кладите свеклу в морозилку. Девочки, включение с северных полюсов. У нас что-то такое завернуло. Что-то такое завернуло. И теплеть не хочет. Хотя обещали сегодня днем плюс один. Но его нет. Вот видите, вот эту вот бандуру мне нужно будет взять с собой. Уж не знаю, найдем мы там что-то похожее или нет. Так что, девочки, не берите во много мебели диван. Диван, кстати, не старый. Дивану всего лишь год. И если учесть, что на нем никто не спал, кроме сына, который приезжал на каникулы, то есть эксплуатировался он, сами вы понимаете, очень мало. И погнулись все эти железки. Посмотрите, что с ними стало. Ну разве так делается мебель? Это же мебель, понимаете? Я не знаю, вот я представить себе даже не могла, что на мебели вот железки можно руками погнуть. Но это вообще, мне кажется, что-то из ряда вон выходящее. Как может так быть? Еще бы из пластилина бы сделали такие вещи. Безобразие какое-то. Девочки, много мебели. Там надо в первом слове просто буквы перетасовать. И получится, понимаете, вот то, что есть. На мебель. Так что не берите там ничего. Ну как вот это? Меня аж бесит, это я не могу. Я не люблю, когда делают все, не пойми как. Купили крепление. Надеюсь, что все правильно взяли. Сегодня вечером будем мудрить собирать. Вот сын придет с работы, будет собирать. Еще пришлось какую-то трубу взять, потому что там немножко не подходит крепление на этом диване. В общем, будем пазлы вечером собирать. Да, Зая? Такая поземка сегодня. Железяки наши там гремят. Как там в мультике, помнишь? Железяка ржавая. На дорогах просто ужас какой-то уже. За сутки снега нанесло. Ни одну снегоуборочную по дороге мы не встретим. О, впереди какой-то трактор едет. Это он типа снег убирает с поднятым ковшом? Или он просто катается? Просто катается себе. Вот это единственное, что мы встретили из техники сегодня на дорогах. Ковш поднят. Сейчас пойду вам видео. Мне надо потратить 500 бонусных рублей сегодня. Они у меня до 9 числа. Хочу микрофон себе посмотреть к ноутбуку, потому что плохо пишет звук микрофон. Там за мной мальчишки, видите, на льдинке катаются. Вот за сколько лет я первый раз увидела, что на льдинке катаются дети. Сейчас только, мне кажется, у них всяких приплыты гаджетов. Это мы в детстве, я помню, по 20, по 30 человек выстраивались вот в дорожку друг за другом. И на этой льдинке катались. Прокатился и обратно в конец очереди. Снова на льдинку. Полдня могли так играть. Вот. Видите, что творится?
не первый баннер уже, который я сегодня вижу оторванный, гирлянду где-то на каком-то здании тоже оторвал. Так, это я ходила в Пятерочку, взяла себе васаби, повторила. Очень мне нравится, больше всех нравится. Сыну нравится, там с сыром еще что-то мне нравится, только васаби. Взяла мужу, он хотел с друзьями в баню идти, шапочку для бани, полотенце я вам уже показывала, в фикс-прайсе взяла. Купила масло по акции сейчас по 79 рублей оно. Даже в фикс-прайсе масло уже по 99 рублей. А везде больше сотни. Это мои перчатки. А это я купила себе, девочки, микрофон для записи на ноутбуке. Сейчас мы с вами распакуем, посмотрим, что это за фишка такая. Сказали, очень хороший. Что тут у нас за микрофон? Попробуем его. Сказали, что должен быть хороший. 2000 стоит этот микрофон. Симпатичненький, да? Самое главное, чтобы писал звук хорошо. Это микрофон Trust. Сказали, что этот не будет сильно шумы давать. Я еще смотрела там за 1000 рублей. Но у того были неважные отзывы вот именно по поводу шумов. Легкий, невесомый просто. Я думала, он тяжеленький будет. Очень симпатичненький, легонький. Сейчас попробуем звук писать. Ой, девочки, купили, в общем, мы крепление. Это вот наше старое, а это то, что мы купили. Это уже вечером сын придет, будет разбираться. Штанга вместо деревяшки, которая у нас там сейчас стоит. За это, за все удовольствие мы отдали 1300-800 с чем-то этот и... Сколько-то там штанга, не помню сколько. В общем, вечером будем мудрить. Я пеку блины, девочки. На ужин. Хочу сказать вам, что вот эта подставочка из фикс-прайс очень классная вещь. Я не знаю, сейчас продаются такие или нет. Если увидите, я бы советовала присмотреться. Очень удобно на нее класть и ложки, и лопатки, и ножи. Все. Суперская. Сын нажарил картошку на ужин. Мой помощник. А я еще запекла ножки в духовке. Там стоят. Муж придет, поставим греться. Включим снова духовку. Еще раз повторяю вам. Я уже говорила в каком-то блоге, что вот эта лопатка из фикса такая оказалась удобная. Удобнее всех, что я вот брала там, в других магазинах. Самая удобная. Теперь только ей блины переворачиваем.
с камерой так неудобно все делать. Вот еще говорят, ой, так легко будет. Взял и снимай. Взял и снимай. Под блины, пока есть время поболтать с вами. Что-то стали в последнее время часто писать мне за цены в фикс-прайсе в комментариях. Девочки, я не ответственна за цены в фикс-прайсе, чтобы вы понимали на секундочку, да? Я такой же покупатель, как и вы. Просто мне нравится этот магазин, я туда часто хожу, поэтому снимаю там обзорчики. А так, знаете, что этот магазин, что какой-то другой, просто в него я чаще захожу, чем в другие. Вот и вся разница. Я точно так же снимаю про светофор, про доброцен, про магнит, про пятерочку, где я бываю. Но я там бываю гораздо реже. Там гораздо реже появляются новинки какие-то. Поэтому я и снимаю вам фикс прайс, чтобы вам было интересно. И не надо мне писать про их цены. Понимаете? Пишите, у вас у всех есть телефоны, компьютеры. Вы же с чего-то смотрите видео. Зашли на сайт и написали администрации, что вас не устраивают цены, что вас не устраивает повышение, что вас не устраивает то, что цен нету в магазине, или что товар возится не такой, как вам хотелось бы. Потому что у меня вы все такие вот додельные, автоматически улетаете в бан. Так что имейте в виду, хотите быть молчаливыми зрителями, пожалуйста, пишите всякую фигню, я продолжу вас банить. На каждом сайте есть обратная связь. Вот туда и пишите. Все свои негативы, все свои негодования, все высказывайте там. Мне не надо. Я на это внимание не обращаю. Это канал мой. Я снимаю для своего удовольствия. Понимаете? Поэтому вы хоть отпишитесь там 10, 20, 30 раз. Не нравится что-то, берите камеру, снимайте лучше. Я так думаю, что сейчас приди к вам Любовь Орлова, ну или кто-то подобный, знаете, да, и вы ее загадите, заплюете, или там, допустим, Мерлин Монро. Вы им найдете, что сказать, я так подозреваю, понимаете, и нос кривой, и брови не такие, и щеки не такие, подбородок не такой. 100 лет не умывалась, не чистилась, не мылась. Так что давайте все это оставим. Негативным личностям мы с вами личности позитивные. Поэтому будем с вами общаться на позитиве. Тот, кто будет мне негативить, запомните, все сразу будут улетать в бан. Дед Мороз пришел с палкой. Ну что, сделали? Да. Ну хорошо. А что, ты снимаешь уже? Ну палку же как же. Деда Мороза как же я не сниму. Да. Такое дело. Ну я ту палку брал по нему, чтобы четко было. По нему сделали. А я тебе крепления сегодня вынесу. Какие те крепления? Ну старые. Ну старые, ну понятно. Сказали то, что я все съел. А, стоп, подожди, вот так. Вот. Так, девочки, это у меня покупочки из Доброцена. Клеевой пистолет взяла, потому что он побольше, чем в фикс-прайсе продают. Может, он помощнее и лучше будет клеить. Сейчас мы будем с вами, кстати, его пробовать. И взяла для него 3 пакетика клея. Ай, куда бежим? Кстати, фикспрессовская точилка так классно карандаши точит. Здоровская. Ну, вот это вы поняли. Которая с ручкой. Вот она стоит. Вы поняли, девочки. Она у меня тут рядышком. Блогер же, как же. Так, сейчас мы распакуем с вами пистолет и посмотрим, как он работает. Мне тут надо доделать стенд для фотографий. Это я вот булавками закрывала, чтобы он не раскрывался. Потому что у меня здесь одна сторона, видите, недоделанная.
Картонку я нашла. Сейчас сниму. Пленку и доделаю. Да что ж такое? Так, с какой стороны его тут удобнее подрезать? Что, не работает? Волшебно просто. У нас на улице весна. Растаяли опять все снега, которые у нас были. Сегодня у нас плюс почти 15 градусов, а завтра будет мороз минус 5. И ветер. Сказочная погода, сказочная. Надо нагуляться сегодня, пока тепло. Потому что завтра будет холодно. Вот эта лужа не высыхает здесь никогда. Только в самое жаркое лето. Я больше 10 лет уже живу в этом районе. И каждый год одна и та же песня. Да что там год, каждый день одна и та же песня. Помните, как в школе нас учили? Я знаю, город будет, я знаю, саду цвесть. Когда такие люди в стране советской есть? Видимо, потому что страна не советская, поэтому и живем в таком хлеву. И куда ни кину я взор, всюду взгляду одна открывается картина. Бумажки. Грязь. Раскатанные газоны. С одной стороны. С другой стороны. Откуда будет чисто на газоне? На тротуаре, если такие у нас граждане, вот видите, автомобилисты, видите, как центр города. Я вам напоминаю, что это не глухая деревня, это центр города. Снова здрасте. Красота, радуется глаз. Ой, надо же, деревья решили спилить в кои-то веки. То, о чем я вам говорила. Убрали ларек, здесь стоял посредине, его убрали. Ларек был интим-магазин. Видите, что они оставили за собой? Вот так. Это вот российский менталитет. Хочу показать вам. Заказывала я на Алиэкспресс. Это у нас получается... Что это у нас получается? Что-то у меня вылетело все из головы. Это у нас блок питания Powerbank Rosmos на 10 400 мАч. Вот так он должен выглядеть. Такая плотненькая очень картоночка. Шнур USB и сам Powerbank. Так, ну и посмотрим сам Powerbank. Я выбрала этот, потому что он удобный в руку. Мне как раз вот, когда снимаешь камеру, заряжать очень удобно, когда такой вот формы, знаете, не очень объемный. Ну и вообще как-то он мне приглянулся. И то, что доставку обещали быструю, доставили действительно быстро, за неделю, чуть даже меньше. Здесь вот гнездо USB, через него заряжается этот Powerbank, и два гнезда выход на заряжаемый объект. Так. Здесь кнопка включения.
И показывается, сколько он сейчас заряжен. Хороший, знаете, в меру такой. Тяжеленький. Не скажу, что он прям супер тяжелый или супер легкий. Мне понравился. Качество пластика хорошее. Оно такое, видите, не глянцевое и не матовое. Немножко слегка шершавенькое. Но это не софт-тач. Софт-тач я не люблю, потому что он со временем делается такой, знаете, как непонятно чем обмазанный. И из-за этого вещь теряет свою привлекательность. Хотя вещью еще вполне можно пользоваться. Так что ссылочки я вам оставлю внизу. Если кому-то интересно, пройдите, посмотрите, приценитесь. Хороший пауэрбанк. Мне понравился. Короче, девочки, сижу я уже больше 5 минут с ним, и он все равно холодный. Он чуть поднагреется и тут же остывает. Чуть поднагреется и тут же остывает. И толку мне, что мне его заменили. Клей также не двигается в нем. Что это нормально? И за носик вот я спокойно держусь. Хотя он уже тут стоит греется больше 5 минут. Не берите такой пистолет в доброцене.